Прокуратура помогла ивановцу улучшить погоду в доме. В надзорный орган обратился пенсионер, проживающий по адресу Театральная, 13. Мужчина пожаловался на то, что после капремонта кровли, проведенного в 2015 году, его квартира на верхнем этаже регулярно страдает от протечек. Ирония в том, что до реконструкции крыши таких проблем не было. Прокуратурой района были выявлены нарушения в действиях регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также подрядной организации. По результатам проведенной проверки прокурором принято решение обратиться во Фрунзенский районный суд в защиту прав пенсионера к указанным организациям. Требования прокурора полностью исполнены 11 октября 2018 года решением Фрунзенского районного суда. В этой истории о подмоченной репутации фонда капремонта и подрядной организации, выполнявшей работы, точка пока не поставлена. Но исполнение требований суда на контроле у прокуратуры Фрунзенского района.